Скажи мне, ну как? Ну как так получилось, что мы взяли на свадьбу кредит 1,5 миллиона? Мы позвали 150 гостей, и никто не подарил нам деньгами. Малыш, я сам в шоке, я вообще не понимаю, как так получилось. Не понимает он. Приспичил тебе на старости лет играть свадьбу. Мне это нравится. 25 лет назад на мое предложение ты сказала, зачем тратиться сейчас, друзья, студенты, все равно никто ничего не подарит. Вот, пожалуйста, студенты выросли. Твой дядя подарил нам чайник. Твоя тетя подарила нам чайник. Твоя племянница подарила нам чайник. Они вообще в одной квартире общаются?